Ну, FPS где-то 15 жрет, наверное. Я еще на расстрашивание на экзамен начал включать, когда у меня появилась травма, чешка, нахуй ты орехи кидаешь одновременно, я просто такой Да. БАМ! Сейчас эта травма будет Ну, вообще. может, кому-то поможет, может, не знаю. У меня даже где-то вырезка из этого момента, блядь. Где я угорал, сидел, блядь. Весь экран зеленый. Это прикольные циферки, но я на ДД сюда, конечно, оставляю. Как-то мне этот сам прикол Не, знаешь, Варкрафта что это нравится. прикол? Это прикольно, когда она в бою, так прокат. Она вне боя, блядь, прокала. Из-за орехов прокала постоянно травма вне боя, ты стоишь, ну, то есть, типа, там, тактику раскачать, что такое, у тебя просто экран такой зеленый, пиу, загорелся, выключился. Ты такой сидишь, прикольно, блядь. Ты ничего не делаешь, ты просто АФК стоишь, у тебя травма такая. Хочу включусь, хочу выключусь. И нихуя не видно, метку я поставил. Да похуй, я тебе экран засвечу так. Нахуй эти твои метки. Да, Миша Грина, Макс первого можем выключить. Он еще будет жрет дохуя что-то. Насколько с ним Я бегать, знаю, я разницу после рейда не видел. пишу всем, короче, я не знаю. Ну вот я, кстати, себе Details убрал по той причине, что у меня он тоже жрет много. Ну не знаю, может у меня комп не тянет. Да, Вот я со Details скалы. пиздец, сотку хавает, типа, 100 мегабайт. Не, Да, если его правильно поэтому я настроить, он без жрет него мало. играю, потому что у меня Один не вывозит Details, по-моему, компе. сотку. Я даже 100 в общем не жрет. Это еще у меня 3D-модули там всякие отключенные и так далее, но они прям бесполезны. Типа там просто для визуала покрасивее можно сделать всякие графики. Там еще Я что-то я вообще отключил. там смерти, наверное, 3D графики, потом Ну абсорбы, да, вот, показан да, вот такую припотов, при тупую показан хуйню. всего, Да, да. нахуй мне вообще насрать. Ну я то же самое все подключал. Слушайте, Все равно сотку. пишет мне, короче, пишет мне сейчас, блядь, сейчас леди трахнем. Я говорю, ну, блядь, долбоёбы, сука. Кто-нибудь скажите, когда будет отсчет, пожалуйста, за 2-3 секунды. ДБМ не показывает. Ясно. Дайте кулаки, друзья, блядь. Там, говоришь, охуенно ДБМ новый, да? Прибав. Но он не показывает со старым, разницу видишь? Как раз ты шишечник. Пять. А Ладно, я звучу. 3, 2, 1. Пул. Блять, а чё я? А, я спек забыл. А, ну похуй, я в анхолике, блин. Три шипа, 4 наш. Памп ДПСа? Я уточню, 3,5. Мелизона. Хотя мы могли бы первого не сносить, похуй, там 2 хватит. Дега, ты живой? Не живай, Зитяш. Блять, не вовремя, нахуй. Меня, блять, прихватила эта хуйня. Аппарат проебал. Может, вынести сферу, где? Ой, да, блять, вынесем сейчас. Че вы паритесь-то? Хорош, котейка классный, люблю такого. У кого 2 стака есть, можете не лутать. 2 стака хватит. Если нажмешь, сетру под эту, под гниль. Нажимай сыкл. Не, на остак я не брал, видимо. И тучку не нажал. Не, у меня был стак. И тучка проебал. А тебе отрыв этот шипов прижимает дисплей такой, че за хуйня, подожди.
Минус 200? Да. Ну да. Босс а уже сколько, мертвый. А сколько должно быть за минус 10 пуна? Пиздец. За мисклик? Серьезно? Половина ЕП, наверное. Ну как сказать, бля. Ну да, но он уже мертвый. Ну ладно. Он не мертвый. По факту. Good insight. Блять. И сила гнили упала. Сейчас еще и Саванна пойдет за один рейд. Будет прикольно. Отсылка чисто к этому штурму. А если не закончилось, сколько выпал? По счету. Третий? Второй только. Хуёво. Мне даже упало, кстати, 5 штук, когда я собирал. Чё они с этим мобом сделали, блядь? Раньше не агрился, теперь агрится, блядь. Это как в начале паучки перед ребром стояли. Ну помните, там в настройках эффекте, активити или этот нужен? Эффект или активити, короче, какой? Актив. Актив? Угу. Просто ДПС один, пока с один, потом резко хоп, тыля, пропал. Шкаф. Шкаф, тыкните быстрее, сманить. У тебя 18-6 отдельно. Вот видишь, а у меня 18-18. Так. Я, кстати, шкафцы передамажил. Все видели. Меня все передамажили. А он минуту мертвый лежал. Нет, подожди, ну, все видели? Да, по факту, да. Все видно. Мужчина, понимаешь? Ну, шипашка 19 она. Прикольно. Пахнет теперь что? Быстрее. Стамина есть, дух есть, каска МП5 есть. Лапка еще. А чё? Да. Бля, выкончилось серебра. Ой, это кажется. Два, один, пол. Бёба, ты заебал нахуй. Ну что? Ты, блядь, не кидай, не кидай первые триксы в него нахуй. Не надо триксы первые кидать. Первые триксы кидай в танк. Это вторые уже нахуй. Все, пошли. Давай. Ну нету столько агра, даже у ДК, понимаешь? Там может чтобы... быть. Уже дал пристабав. Чтобы магу кидали первые триксы. Это дайте только мне... таунтами можно сделать. Спасибо. Может быть, бафы, может быть тайну открою, ребята, но триксы можно отменить, срок баф. И тогда агро передаваться не будет, а баф на повышение урона останется на игроке. Гений? Ну, может быть, некоторые не знали, я тоже рога играл, мне челик один раз сказал. Мне кажется, Беба должен знать, что можно снимать и баф останется. Сейчас он на маде снимет, а на руге останется. Он не знал, но пацаны, ну, типично. Хорош. Вот умер с моего МК, вот. Ну там макрос канцела аура обычно. Ля, блять, вон холик испекнулся, посмотрите нахуй в рекаунт. R1. Кунка, съеби нахуй коричневый, блядь. Пошли нахуй, кастеры ёбаные. Ну, кунку понерфить надо еще больше. Тарасы. Кидаю скриншоты, то что вары дамажит. Ну че, я на форум сейчас скрины залью нахуй, всех порежу. Там все только посмеются, там уже привычно. Тарасы нахуй. Бучи XTM, блядь, 18500 бисовом армсе, блядь, спасибо. Шем, блядь, для трансмога собрал. Ебать, вот сколько буду давать без армсы, только без шема, ебать, там 17 будет у них хотя бы?
17 будет. Там где-то 17,5, 18, я думаю, около этого. Ждем нерфа БДК и все, нахуй. Идут нерфы. Фростмага тоже не забывай. Ну похуй, я фари бегаю. Ты косарь 300 отрыв. Хотя у меня гир лучше, чем у Бебы. Беба умер только. Я вообще в фаре. Но Эрза он гений, он дает тебе просто первую планку. Я так понимаю, я единственный, кто здесь ачивы получает, да? Да, вагоним-то, блядь. Я вас понял. Бать, прохильте, я сейчас рычаг ёбну. Да я сам нажму. Не хильте. А, ну прерывается, прикольно. Ну да, зелёнку. А, и в зелёнке прерывается. Ну, у тебя же тычки проходят, как бы. Без... Ой, блядь. Вау, what the fuck? Плащ теней, когда лужа пропала. Все, в паре обогнал Фроста, пиздец. Я не знаю, это в чем проблема. Бля, затыкал я на льда, сбежал, чекал рекламу, я сейчас умру тут. У меня... Они это выйдет сразу? У меня руник успел от КД, сейчас я дал 4 УПшки на. Все здесь. Ты все равно всего. А че за нахуй просто 16 КДПС? Это что такое, блядь? Это X-Temp. Это big damage? Big? Это X-Temp. На боссе наш почти 20-ку, на другом только хоп 16. Не, ну смотри, ты даешь как Эрза, как кринж-кин, как соусет, мне кажется, это очень много. Не, ты можешь фара не смотреть вообще, сравнивать его с другими. Вот не знаю, ты меня обосрать решил или просто подбодрись? Ну ты даешь как фармак. Это подбодрить, нихуя себе, блядь. Я бы хотел... Посмотри, сколько я даю. Я вообще, ну... Меня тут нету вообще, нахуй. А ты даешь как Эрза, нахуй. Валера, нахуй? Давай просто будем смотреть на Туху, а там хоть ДПС есть, да? А что там? Там Энх что-то... Энх? Вот так сейчас напишу. Сейчас, подождите. Секундочку. Рыбухамить. Ну так. Так, где? В чате написал. Энх. Глю, ты где? Не, надо вот так написать. Вот так вот лучше. Фулбаф дали быстрее. Не, так когда написано, так ничего не изменилось, в принципе. Загрузка. Перезагрузка. Еще раз рычу. Слушай, выходим сразу, пельмени не ловим, колбы не ловим. Когда я босса держу ебалом, значит скоро будут колбы. Вы тоже пьете ебал. Еще ты на реслинке. Фаз. Сильный, что ли? Что-то я ничего не чувствую. Что? Сейчас пельмени могут сразу готовить. Ебало, милики, скоро колб будет. Клубы.
Или мини сейчас было после коста сразу. Это мини. Лужа сейчас будет. РДД по красному бьет. Калют, отойди от проф, сейчас колба будет, отойди от проф. Колба аккуратно. Пельмени зашли. Лужу сейчас скинет. Не кидал вам лужу. Дал эсбаунд, лужу, выйдите, выйдите лужу там. Кровь. Пельмени. Аккуратно, там колбы сбоку. А чё они достали? Пиздец, стоял в ранже, достанем. РДД в красном свечном, сейчас пельмени мы. Пельмени. Лужи вышли. Стопнули в проф по красному свечному. Сейчас колбы будут. Блять, ретрум, на куда ты бежишь, блять? Сейчас колбы будут. Колбы, переводим. Они ж пассивно взрываются, комбо просто достали. Не ебаные мисы, блять. Так не, я знаю, что они пассивно взрываются, но там рейндж 10 метров от них. Я стоял в 11, почему до меня достало, я не понимаю. Рейндж подняли или что? Не знаю. Да нет, ты, мне кажется, близко, если честно. Нет, ну типа... У меня показывало 11. Чисто слизень, 20 мультов. Еще колбы будут, милики, въебало быстрее. Там рандомы. Не хочет колбы кидать. Что с, блядь, фпсом ебаным? Почему такие лаги, блядь? Забери ересли. Не надо диван так добить. Целка трает. Ресли, отводи, отводи колбу. Дал эсбаунд. Там один стак нормально. Добивайся. Что-то хуйня, он кинул лужи и просто фпс в минус нахуй ушел. Да я не знаю, что с ФПСом сделали, это пиздец, у меня стал просинать, ну, только что нормально все было, они, блядь, целка выпустили, ну, короче, помните, когда ныли про ФПС? Вот 2 недели где-то прошло, ФПС нормализировался, стал нормально играть. Сейчас ебаная целка открыли, нахуй, опять нахуй ФПС что-то падать начал. Вот раньше ребро спокойно бил, сейчас просто мы вчера пуляем в ХМе, и у меня просто, нахуй, просто, блядь, кадры идут. Ну, не знаю. Кинул на второй, на третий файл. И все, нахуй. Ну да, из луж реально сложно выбегать, нахуй. Ну, да надо... блять, кукла нормально. Да кукла надо... дамажить начала. Заранее. По 11к минимальная хуйня. По 15к крит. Мутировая поганище хуярит. Взмах мутант. Угу, неплохо. Так он и так вроде хилится, ты не заметил? В обычке. Ты в Герри имел в виду? Ну так... Он и так хилится. Просто в Герри он больше хилится. Да в Герри... Не умирай! В Герри там... Можно забирать фантом. Так. Да и... Типа... Там... Может забирать милейший.
типа вара спадшивает, либо ДКшник под избаунтом. Типа в гере можно так делать. Там, по-моему, на четвертом стаке в гере вообще очко будет, блять. Бля, похилите, если покурите за эту пару минут, не? Давай я после того на теле, я дам перекур, все покурим. Два босса добитесь, потом перекур. Не трогай софсет. Не-не, сори, блядь, сори. Пизда, минус рыбал. Блядь, станьте кучнее, чтобы эти тактики не прыгали, пожалуйста. Тут не прыгают, а гроз сбрасывают. Бежать за ними дохуя. До танка. Ты бесполезный. Да, я не. Не, ладно, единственное, то, что твоя польза, это дать МК Валерина. А, кстати, кто кому МК дает? Вот, у меня вопрос такой. Я даю кринж. То есть, кринж-кинг Валерчику? Или тебе? Крем обменивается. Ну, а как там, кто кому дает? Да? Инфы не будет, я да? Кингу, Валера мне и так далее. Ага, значит Кингу Валерия, ну я понял. У меня МК бракованный. Ну чтоб на престол кинули на самом деле. Зачем? Почему на престол? Вознесение был. Это гимн, ну, гимн Христа, да? Вознесение. Ну, возможно. Ну да, я нажимал гимн на профе. Он называется Вознесение, да? Типа, вот это... Да, я... Да. Ну, вроде да, я честно, я не помню. Блядь, 3000 он мне резнул. Что за хуйня, Андрей? Он тебя бракованный? Ну, это нормально. 3000. 3000 маны, это нормально такое? Да. Это сколько это? 10% от всей моей маны? Ну, что ты хотел? Я ж его так всем даю. Оно на всех же дается, а не ну, конкретно. Ну да, это нормально. Он там, да, он же как, он там сначала тем общий, ну как, одновременно увеличит общий объем маны и плюс добавляет эти 3000 за, ну как только один тик будет, он тебе даст 3000, ну там процент тоже, да, вроде, помню, не хочу стрелять. Вот именно поэтому после гимна шаман только и ставит тотемы, потому что мы тоже в процентах хилим. Да, 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 там стакается. Ебаная опека, зондаларский вообще маны комбетит, типа 6000 маны за бой на профи. Нормально. Арислин, будешь танчить двоих, фулл на пол в Арислина, нажмешь со старта эти, блять, крылья нахуй, набираем. Ну стоит отметить, это же одна из пассивок, это ж не только это тебе дает. Ну я понимаю, что сейчас остальное не Эрза, дает. Тихо, 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 секунду. Тихо, тихо, пожалуйста, тихо. Эрза, Бланш и Ватюри на кинетике. Все, теперь можете пиздить. Мало, Андрей. Хавайте рыбу. Посмотри на Нэшек сейчас, блядь. Они даже три камня. Самый большой респект Бланшу, нахуй. Он мне целых 7 камней генил. Не-не-не, это ловушка. Ресните нормально, пожалуйста. Ловушка дьявола? Ловушка ДКшника. Я, если честно, не хочу резать соусайда, потому что я боюсь, что у меня блядь, прыгает. Резнул чела масс-ресом, блядь, он говорит ловушка. А, масс-рес дал? Просто когда ну, ДК конечно. Резает, не страшно. Да? Конечно. Так это уже не баг. Лопату кидаешь, блядь, в могилу, он масс-рес называется. Но баг пофиксили эти сейчас, Петр. Ну, взорвешься, тебя реснут потом. Это раньше нельзя было, да.
Да сейчас даже во время пета, когда ты не взрываешься, рисуешь. Можно рискнуть, да? Да. Что-то наоборот, это привилегия такая. Там что-то, да. Я уже в десятке побегал, нахуй. Ребахните, ман. Стамину. Стамину дайте, дух. Угу. Я что отдаю? На сходный стоит. Да пиздец, не, босс пуляется, это вообще нахуй какое-то начало. Ебанутое нахуй становится с этими лагами. Спредаут, блядь. Ну, а ты НС-ка типа параши, да? Ну да. Ебать, у тебя дыхание природы 1800 ман резнуло за бой, нормально? А его пофиксили же очень сильно, раньше оно больше резнуло. Типа это, я не знаю, блядь. Сейчас максимально за бой ты филишь 2800. Нет, это пиздец, вообще ничего не дало. Не, НЭшки раньше очень хорошо легенили, я поэтому специально спрятался. Да, но это еще хуже, чем Зандалар, короче. Ясно. Ридваден. Вставай, ходи. Ну ладно. Не, я думаю, эльфбезны вроде бы. А эльфбезны сейчас топовые по мане, блядь. Ну вот да, я сейчас и хочу потом сделать. Там, мне кажется, плюс-минус как Зандалар будет, нет? Нет, там побольше. А есть какие-то цифры? Ну, блядь, если так не придумал. Идите, идите Келесету все бить. Эрза, блядь. Эрза! Эрза вагон вообще. Да ну нахуй. Быть такого не может. Там все бить могут. Валер, ты, блядь, там вообще нахуй тупой или что нахуй? Че ты, блядь, вихрь бежишь нахуй? Ты три раза, блядь. Вихрь, это вихрь бежит к нему, блядь. Идите, молодой, блядь, 3 секунды смены. Ой. Беба и он раздают мою комплексу. Там ёбнутая машина сейчас. Там пизда, да. Я лучше бы не знал, бы лично в теле бы остался нахуй. Ну, бояться. Валера, а правда ж? Ладно. Тут жестко слишком, хотя... На медведя бы забрал. Хотя его... Не, ну забавно, что... Голова Т4 Валеры стоит, как пол его компа, примерно. Не, ну знаешь, я подумал, сейчас в принципе нет смысла замерять, кто сильнее по ДПСу. Потому что сейчас Толгорода будут решать ДПС. Я так и не понял, со Сталгерода вот эти чарки, они действуют они телебат... по... Да, не за... да. А в ПОП работать будут, кстати, главный вопрос? Там про это не, ничего не будет. Включаешь, ну, там не написано про это ничего. Ну, вообще, но... по идее, да, но там не написано. А что они там дают вообще? Они ну, там пиздец, да, блядь. Просто ёбнутые, да? Почему-то ну, мне сейчас вообще... кажется, что они работают в ПОП. Для кого-то хуйня, для кого-то имба. Там нужно шмотку носить, чтобы чарки работали. Да, шама там пиздатая тема. А ее чарить еще можно энчантом? Да. А, то есть да. Это как прок? Да. Да. Что-то там... мне подсказывают, они какую-то хуету сделали. Они пиздатую хуету там сделали. Я хуйня. Там есть общая чарка хорошая на модификатор крита 4%. Да, твои классовые должны быть сильнее. Короче, это 4 модификатора крита. Но все равно этот, честно сказать, мне не понравилось в этом плане, то что они сейчас опять будут 2 месяца или 3 месяца или полгода сейчас фиксить.
А, понял. Это пиздец. За 4 забалансили уже. Т4 они, блядь, еще 10 лет будут менять, а тут еще Сталгорода заводят. Не менее балансные, блядь, чарки. Мне нравится, там прикольная хуйня. Не, это интересно. Типа базару нет, это интересно, просто это, знаешь... Ну там имба пиздец, на самом деле. Ну так, да. Там не имба, но там имба. Просто... Пиздец. Как сказать... Там... ДПС на ровном месте, по сути. Уйди. Причем дохуя. Ну... Я думаю, под Т4 еще там у кого как будет, а вот под Т5, да, интересно будет. Думаешь, они их сделают актуальными до Т5? Да, вряд ли. Я почти уверен, что, скорее всего, вот как они сделали с теми кристаллами, что сейчас 58 раньше шмотки были в ТГ, а сейчас 71. Я думаю, что они так апнутых до 84. Эти шмотки уже доступны. Они уже на есть. X2, посмотри. На X2, да. На X2 они апнуты. А какого там левела они? 84? Ну, это были 84-го недавно. Да? Ну да, вот, то есть, там, значит, это, ну, мне кажется, нужно ходить туда. Так как, да, как будет много. Только выпускаться данж, будут апаться эти шмотки. И нам надо будет не шмотки, то есть надо сейчас нафармить шмотки с нужными чарками, так скажем, и потом просто ходить и фармить вот эти баджи, которые апают шмотку. Так они с каждого бота падают по штуке. Или по две. Ну, они всем нужны, надо же пойти все-таки их выбить. Это что их там убивать просто? А, то есть ты с пугами хочешь? Которые заранее, типа, отказывайтесь. Выбивали люди, типа, они работают? Ну, типа, они сработали или смотрят или нет? Там на них, по-моему, нету. А, нет, были, там тоже чарки на них, да. А, там имбищие чарки, просто сумасшедшие. Да. О, у тебя есть уже? Или нет? Да, что ли? Да, есть. Хуя себе. Рыбу хавать и флоба впереди, дурищ. Это причем? Все это как без КДшная. Блять, оно все ебало закрывает. Что это? У тебя какая-то плохая чарка, я так понял. Но у нее там не на рейтинге. Это на танк Air Druid. А, напуливать сразу. Батя, ретен. Что а там? Кулак. Ну, блять, паладины нахуй, в чем проблема? Райва или Трайва, ты бафаешь кулаки. Ну прикольно, чёрт, честно, мне нравится. Я просто добавлю. Я бы походил по форме. Это нужно именно шмотку, ну... короче, нужна, потом еще чарка на нее. А мне скрывается. 2-1, пул, пошли. Не берите дистанцию, пожалуйста. Ну, это хуйня ебаная. Как вам такое? Чекал кусить. Холишита? Холишит. Хотя не, ну на, кусишь холишита, холишиту кузишь, скорее всего. Это с крейсер рядом со мной. Типа, может... Ну окей, укуси скорее всего укусишь холишита, а ты потом укуси ванничал, это который тугут, что-то там такой. Тугут был. Тугой, да? Блять, пускай болит, сука. Кус. Ну, Пак, чего вы там долго сбегаете? Блин? Это милик какой-то топ ДПСер, нахуй. Ну, так вы должны безбегаться в милизону, не милик вам должен сбегаться. Но он мог бы... Тихо, да. Пошел нахуй. Нет, тут по факту, Андрей. Миллизоны должны сами изменять. Ну, в хэме посмотрим. Я же сказал, Адель, кусаешь холишита, кринжкин кусаешь too good to be.
Как мы улетать нахуй будем, пока он стоит? А это хм. Без проблем. Потом, тихо. Пожалуйста, помолчи, спасибо. Потом тугу этот, беба укусишь соседа. Тугу тубе укусишь батю. Холиши ты укусишь поджидотку. Блять, я зеленку забыл нажать, пархил. Дал купол в центр. Вот тут вот укусы раздадите, печеньки. Так, потом холиши ты укусишь... Поджидотку, ты сказал. А, окей. Адель, я тоже сказал, блядь. Подходите, животные, блядь. Или на. Адель, ты укусишь, короче, тогда он Эрза. И кто там последний? Сосед Вайда укусишь. Ну вот холишите его затястые. Ой, блядь. Укусы в печеньке там. Ребята, укусы в печеньке раздаются. 30 секунд до укуса. Я назвал, кого кусаете. Тех, кого назвал Ники, подходите в печеньку, кого кусаете. Через сколько там? Через 20 секунд. Парик, бегите. Сейчас после укусов сразу Геру дадите. Бля, на мне лужа. Неудачно. Идите. После пакта сразу укуси же. Так кого-нибудь, тогда не уйди дотку другого. Все нормально, да. Все, окей, Геру дайте, додамажьте. На взлетке там добьете. Станьте сейчас ближе к центру на взлетке и въебаните масс дисплы, присты. Ферлак на себя киньте, по всем масс дисплы захуярите. Реслин масс сокру, дай. Клюшкинг! И вот, хуярьте, пейте. Раньше только наберите бать, сейчас. Бать, 0-1. Видел? Ёбнутый. Блять, мне... Ладно. Чё-то пиздец лагает люто на самом деле. Ещё хуже, чем было, нахуй. Причём? Ну да, конечно. А? Сервер? Не, не сервер, а FPS. Перерыв, он типа. Да, перерыв. Работаем, нахуй. Перерыв 5 минут, ребят. Я помню, когда на X4 был идеальный FPS, просто, который не просаживался, даже не бился. Я помню, как-то относительно недавно, где-то года пол назад, Викенд захотел поиграть на Circle, и он в CLK был как раз таки. Там картинка, пиздец, как по маслу идет. Я был в ахуе, типа, с того. Да, был FPS здесь только в Наксе, вот когда Накс вышел. Там не пукает ничего, не дрыгает. Да, не сравнивай циркуль. Циркуль, во-первых, это не кастомная хуйня, там все одно и то же. Ну да, обычный, я понимаю. Обычный личкинг. Ну, там все такая. Отличается досконально. Там и арена отличается, пиздец. Я уже, типа, привык к этому делаю в полсекунды, нахуй. Ну, на циркле, блядь. Как же, сука, охуенно, его там нету, там вообще заебись. У меня даже, я так смотрю, мне кажется, что чуть, как будто чуть-чуть по-разному модельки в пространстве перемещаются, чем здесь и там. Ну, точно объяснить не могу, но там... Там как будто все на циркле больше, что ли. И мне кажется, не знаю, смотрю. Подруг с разрешением играет нестандартно? Не-не, просто там как... Ну, наверное, может, HD-модельки вот эти влияют, наверное, скорее всего, как-то. Может быть. Потому что там картинка вообще другая. На одинаковых настройках. Бать, хочешь рофл, Андрей? Попробуй. Ебать, как думаешь, сколько маны, вот только не смотри, блядь, сколько мне маны резнула опека за бой на Ланателе? Не знаю, 1005, наверное, резнуло. Нормально. Нет, неправильно. У меня нету, как я тебе скажу, он получено маны. 6900. Аккума. 4
4400. Я прав? Мне показалось, 6900 бег у него было. 6900, да. У меня все еще нарезает, попал. Сука. Вот, вот ты нам забиваешься, Тейлос, вот это все вот забиваешь нам вот эти интересами, сука, своими. Блин, у меня почему-то у нас разные значения. Да он, потому что в реальном времени какого-то хуй мне ману резает. При том, что у меня мана фуловая, что это за хуйня? Он так и должен работать. Ну тогда, он так и работает, но почему? Может, у меня правильнее показывает 4400? Ну, сейчас, скорее всего, да, там стопнул. Ну, 4400 вообще хуйня. Типа, это как будто, ну, типа, я банку выпил просто на ману. Тотем 4 ману, 8400. Попробуй еще другие поставить, какие там другие бонусы есть. Ну, там на крит отхил или просто на отхил? Поставь себе да, просто на отхил. Да, у меня охота не критует, брат, держи. А там уже просто отхил еще плюс апает, нет? Ну, там мало, типа, это хуйня. 2% вроде? 2% СПД лучше будет. Либо 2% СПД. Возьми 2%, если тебе не нужна эта мана, тогда возьми 2% СПД, в чем проблема? Блять, вообще ману хочется регенить, брат. Ну, если тебе хватает, тогда в чем проблема? Не хватает, в этом контенте не хватает. Ты прикинь, вот бой на ману будет в 2 раза длиннее. Блядь. Ну да, эта пассивка тебе зароляет, потому что она сейчас дает чуть ли не больше всего. Надо опираться как бы на хай контент, нет? Хай контент? Хай контент. Ну, а сейчас отойду, пока еще перейду. Блядь, хочу резать ману, как рестлинг в процке. Просто духовное созвучие, блядь, 102 тысячи. Можно так же? А что такое освещение, блядь? Это что-то холипаловское, типа, или что это? Свет, 25 тысяч ман тебе резает. Свечение это от обычного прохила прокает на восполнение маны от стоимости. Типа гимн на ману резнул 25 тысяч маны. Как это может возможно, типа? Что за хуйня? Типа он прихнул больше, чем остальные резнет, или что это? Наверное. Хуя 25 тысяч маны. Все, поехали это расчистить. Здесь колют спек и сего Варшама. Ну и в этом. А он ФК что. Нахуя он на Валькирии нужен Варшаме. Дамажит. Мерси все еще травит его, ребята. Пускай травит. Там не удивить. Вы говорите, какой-то прогресс убил, да, Гильда? Да. Ну, как какая-то прогресс. Ну, блять, считай прогресс. Эта гильдия основалась от некоторых людей с Назан Тусея, с экзальтов, которых не устраивало какие-то там нюансы, ЧСВ и прочая хуйня. И там несколько человек, ну не несколько человек, 10 сенза, которые ушли из первого состава ихнего. А, ну то есть сильный типа достаточно. Ну, 70 человек, там, но там заряжены. Там сильные ребята, да, там сильные в прогрессе ребята. Ни разу не видел даже. Фокси есть ванчик, они туда нравится. Райс.
Какой Марчик ник? Оптик, блядь, или что-то такое ник? Оптикс? 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 Рамдец. Оптикс или хуй знает, короче. Что-то на О, короче, короткий ник на А, он говорил, не, кстати, не на такой, форуме, там опуск идет. Ща, короче, это не вайпанись на трэш, пожалуйста, я по телефону попищу пока что. Это циркуленок. Они чело гандон. Его бы нету здесь, дебил. Он в наших сердцах. Это не суть, главное было произнести эту фразу. Да, это нет, мне этого факта. Ну или так. Бля, заберите трэш. Бля, а сейчас там жестко закрутит, парни. Уйдите оттуда. Кубыша. Вот теперь это, кстати, мини-бурст. Ну ладно, в принципе, сейчас это... Сейчас это будет мини-бурст, я даже рад, что это мини-бурст теперь. Пидарас. Андрей, как только доступ на VIP-форум, короче, получил, он первым же делом, блядь, отвинул. Они говорили, они мне сказали, ну он дрошарит, типа, там, сказал. Да, он дрошарит, там, блядь. Я говорю, в два раза. Я говорю, ладно. Ондра, это тот самый? Да, тот самый. Тот самый, который на грула червя. Так, Гуга, ты ж помнишь, я ж говорил. Ну что, разве не так произошло? Как я, ну, как я говорил, блядь. Ну до нерфа, что я говорю, что вот было бы не 20%, а 10%. Так должно быть. 20 слишком много. Действительно. Да. 20% силы ты не приходил, по-моему? Ты сам 20% силы лутаешь, что ты выебываешься? Так это моя классовая хуйня. И? А у тебя нарисованная. Да, это разница большая. Ну, ладно, а твой нарисованный дамаг, тогда я могу за него доебаться? Так он примерно такой же, как у тебя. Можно как бы понервить, если он красный, ты что-то не можешь. Немножко прихуели, да? Хуели вообще. Да без проблем, я не против. Процент 20 ДПС срезать. Не идите туда, не поднимайтесь, не заходите. Я думаю, что следующий нерв будет, да, процентов 15. С количеством, блять, ХП, нахуй. Которые они сделали целкахем нахуй. В Т5 контенте, блять, вока нахуй, за если, блять, там хп, блять, столько нахуй. Сравните, блять, дэмэдж нахуй сейчас и который там, блять. Да, ребята, за нерф от меня, вот представьте, 50к не будет. Как убивать будем? Вот за нерф. Не, вот если брать эдик начальный Т5, когда только выходило ОКХМ нахуй. На x2 с усилками и брюлями нахуй. 5, окей, хорошо, с усилками и брюлями нахуй. Вот ну сейчас да. Вот эта данная целка нахуй дала бы просраться так нахуй, чтобы там люди охуели тоже нахуй, поверь. Ну, блядь, я скажу 5, так, 5, что если взять этот целка... Такое же, только взять его на тот момент на x2, только без этих хамов что... Т4. Только что курил. Его бы не убили. Арисин с левой стороны танчит. Все, поехали. Ебать, слава богу, успел добежать. А... Нет, че, ничего. Я видел, что ты добежал. Он просто энхо за людей не считает. Я ждал, пока ты забежишь, нахуй, сразу что. Он курил там. Промониторил. Если бы был здесь фонарь, то он сказал бы, что курить. Я не курил, я не мог кстати, то, что с знакомым. Там крабика Бланш вызвал? Чё-то забыл про это. Он вызвал. Ну, отглю через него хилишь, он в центре стоит. Пану, скиньтесь, пожалуйста, по шаманам говнобафами. Трусики поставил. А, и этот... А Аритрум, Калют, можете втроём, ну, вместе с Глю летать, короче. Ебланд? А я можно я тогда? В Элеме. А, ну ладно, тогда хорошо, похуй. Вот я тебе говорил спекнуться, ты АФКшил. Ну, ты же сказал на эту спекнуться, на следующую. Ну ладно, похуй. Ты АФКшил, видимо, когда я говорил. Когда перекур закончился. Нет, ты на Синдрис. А, ну тогда да. О, кстати, я могу на Вальку кинуть свет вот этот. Надо? Только когда скажете, когда вы Гера будете давать сейчас. А что этот свет дает?
Ну сейчас я пролинкую книжку. Ну это типа вместо того, что я бью по боссу урона. Минусик, подожди, да, я прочитаю. Заряженная энергия стирает раны в размере 150 сил атаки или 230. О, у тебя же озаренная дренейка. Вот да. О, 6% еще, нихуя, прикольно. Кину, да? Так, конечно. Нихуя не видно. Кинешь, кинешь под захил, под геру. И гимнашка, и гимнашка сразу дальше. Да-да-да. Ну это считай 16% плюс краб. Сколько там, 45, да? 10 секунд, 45, 61% нахуй, плюс захил углю нахуй. Жестко выглядит, очень жестко. И они бесполезны? Да, ты примерно равен крабу, брат. Да не факт, что все стакается. Не, когда еще хприз питает крыло. Не, это стакается. Ну, типа краб и гейм стакается, и вот эта хуйня 100% тоже стакается. Да, потому что если она не стакалась, толку от этой хуйни, ну, по сути, не очень много. Типа, ну, с гимном там условно не стакалась. Ну, типа, эта хуйня только на вальке прикольная. Это единственный босс, который... Ну что, сейф можно где-нибудь по танку будет давать, кстати, нет? Какой себе сейф? Как-то гоблин делает то же самое, может. Ну он прохиливает, а я его типа увеличу. Полезный нахуй, полезный. Очень жестко. Не, в ХМ-ке вам вот вы еще мне спасибо скажете. Да, 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 да. Чисто на вальку буду заходить, ну что. А мы до вальки не дойдем. Да ладно, ж потом понерфят, два рейда будет, но объективно, если я смотрю. Что там, не пора? Я готов. Команду дайте только. Сейчас вылезут, ну, зайдут в последний портал, хуй с ним. Хотя можно было сейчас захиливать, уже поздно. Выйдут с портала захилить, даже без керри. Не дашь эту хуйню. Как только вылезу, сразу дашь эту хуйню Димах. Ну не вылезу? Не, сейчас вылезу. Я скажу к ним. Они даже падать, по идее. Да, но не синица. Я вылетел, походу, опять. Валера сегодня не хочет воровать шмоты. Все, я вижу эту хуйню, нажимаю. Я видел гимн, я дал эту хуйню. Это мой бог. What the fuck? Ну, два гильных кольца будет. Сколько сегодня там? 38 минут серебра еще вот. Нормально, после лича как раз разрубим. О, нихуя, кстати, заебись лут. Ну, нормально, да. Еще бы, если вместо городака колечко, вообще бисовый лут. Плащик тут еще падает, неплохо. Или слин, ну, это какой по счету? Выжил? Четвертый. Ну, кто мне кинул? Я не просил, но... Рассчитано, ебать. Шо ты смеешься, нахуй? На нахуй. Смешно все же? А Ваничелло бы выжил. Да там Ваничелло взорвался. А ты видел, как я забузил? Мальчик. Чувалу просил. Левитацию юзу. Под самый конец, нахуй. Ваничелло, ты не так делаешь. Кидаешь СС на себя перед тем, как прыгаешь. Падаешь, разбиваешься, рисуешься. Это не Ваничелло, это Too Good To Be. А где Ваничелло? Надо ему поздно писать. Дайте... Ладно, он добежит, похуй. Кто там еще на сайте, кто же добежит, погнали. И все это ты в полете должен сделать.